И сегодня суд по экономическим делам частично удовлетворил иск Рижской думы к строительной компании «Велва», взыскав с нее более 3 миллионов евро в пользу города. Компания «Велва» изначально признала свое участие в картельном сговоре строителей и признала вину. Однако потом отказалась платить за убытки, которые она, по мнению самоуправления, нанесла рижскому бюджету. Речь идет о строительных работах во Дворце культуры В, в Плявницкой гимназии, а также в Рижской Золитутской и Рижской классической гимназии. Об этом сговоре из 10 строительных фирм стало известно после того, как Бюро по борьбе с коррупцией прослушало разговоры строителей. Я призываю «Велва» не обжаловать этот приговор, а заплатить Рижской думе то, что им присудил на данный момент суд. Относительно других компаний, вовлеченных в этот строительный картель, хочу сказать, что мы сделаем все, чтобы вернуть до последнего цента то, что Рижская дума переплатила по этим заказам. Впрочем, «Велва» уже заявили, что приговор будет обжалован.